Друзья, всем доброе утро. Сегодня щеночки от Дивы и Ричарда, Эксельчики, едут проверять сердечки. Вот такие замечательные детки. Я еду сегодня один, быстренько просто посмотрим сердечки. Слава богу, сегодня ушки нам купировать не надо. Только смотрим сердечки. Аня сейчас мне поможет сложить ребят клеточки, и мы поедем с ними вдвоем. Вшестером. Ты девчонок носишь? Девочка. А, всех подряд. А это мальчик. Да, вот такая красота. Это самый маленький мальчик. Там уже девочка переживает. Такой красивый. Это девчулька моя любимка. Покажи ее поближе. Ты такая забавная. Не могу, какая ты смешная. Моя любимка. Коровка. Так, друзья, осталось два щеночка. Это, о, какая красивая, большая тоже девочка. Красивая, большая. Красивая, большая девочка. Очень цветная, особенно на улице такой вообще окрас. Так, друзья, ну и последний щеночек, еще один мальчик. Вот такой красавчик. Все, все готовы, можно ехать. Все, мы погнали в ветеринарную клинику, там нас ждет кардиолог, который проверит всем щенкам сердечки. Друзья, ну вот мы уже в ветеринарной клинике, с нами, как всегда, Татьяна Александровна. Сейчас проверим быстренько сердечко, вот у нас мальчик такой. Снимать много не буду вообще в этот раз, просто узнаем результат, как у них сердечко, проверка сердца. Что у тебя есть? Что сердечко так тихонечко, тихонечко. Скромняшка. Замерла. Друзья, сделали мы первому щенку осмотр, провела Татьяна Александровна. Что скажет? Ну, в принципе, все хорошо, потому что никаких отклонений я не вижу, пороков не вижу. Ну, отлично. И он очень себя хорошо вел, прям вообще. Да, ни движения, ни визга, ничего. Прям все дал посмотреть нам за буквально за 5 минут. Все бы так. Очень спокойный мальчик, очень спокойный. Немножко, как всегда, он с удивленным видом на все смотрит вокруг. Еще мы заметили это при первых съемках. Но совершенно послушно. Молодец. Иду за следующим. Так, друзья, ну а теперь у нас самый маленький мальчик, голубенький. Вот, сейчас мы его тоже проверим. Ничего не понял. Так, друзья, голубенький мальчик, самый маленький, тоже прошел осмотр. Татьяна Александровна, что нового? Все хорошо. Все по-старому. Все по-старому, все. Все хорошо. Нет. Вообще замечательно, все-таки замечательные щенки от Дивы, что в прошлом году, что в этот раз сидят спокойненько, такие послушные, такие лапочки, вообще ни писка, ни движений, надо сидеть, вот и сидим. Все, пошел за следующим. Ну вот, друзья, теперь у нас девочка, девочка-тигруля, очень красивая, смотрите, как она сразу красиво у нас стоит, вот. Спокойненькая такая, не хотела идти, но пришлось. Сейчас мы ее тоже посмотрим, проверим с Татьяной Александровной. Точнее, я буду держать, а Татьяна Александровна будет проверять. Вот такая красота вообще, да? Класс, тигрульки. Так, друзья, куколку сделали. Короче говоря, пока самый фантастический щенок. Я вообще просто в восторге от нее. Я ее даже практически не держал. Каждая мышца у нее была расслаблена. Она с таким интересом наблюдала за Татьяной Александровной, в глаза ей смотрела. Ну, просто умнейшая девочка, я думаю, будет.
По-моему, она вообще все о жизни понимает, очень любит людей, прям темперамент суперчеловечно ориентированная. Пока вообще моя фаворитка за сегодняшний день. Просто милота милотой. Послушная, нежная, спокойная, уравновешенная девочка. Все, иду за следующим щенком. Все хорошо. Все, да, я забыл спросить, все хорошо? Все хорошо. Ну, заметно по ней, что у нее все хорошо. Чмоки тебе. Так, друзья, у нас пацан. И мне кажется, возможно, это он был самый крупный у нас. Вот. Сейчас будем разбираться, кто из них кто. Я подпишу в титрах, кто из них. Мальчик один там, помню, был. Вот этот прям вообще огромный, солидный. Сейчас, Татьяна Александровна, и тебя проверят. Такой красавчик с лапками, с носочками. Да, уже тянешься к ней? Привет, тетя. Скажи. Чипик проверим. Пик. Скажи, как интересно. Очень интересно. Большой, крупный. Прям смотрите на столе, как 2,5 месяца щенок. Он весь стол занимает. Нет, мы прыгать не будем. Все, тогда я выключаю камеру, будем проверяться. Красота. Так, друзья, ну сделали мы этого парня. Все-таки я его узнал. Это тот, который у нас на съемках у елочки был самый первый. Он такой, конечно, и здесь немного растерянный. Но нормально совершенно сидел. Может, один раз пискнул и все. Вот. А так-то он общительный, так что все нормально. Но выделяется темпераментом, есть у него. Вот он такой чуть более любознательный. Вот, все, забираю, пошел. Осталось нам 2 щенка, по-моему, 2 девочки, если не ошибаюсь. Одна очень красивая, нарядная, но я ее на потом оставлю. Все, пошел за следующим. Так, друзья, девчулька. Девчулька-симпатюлька с таким очень необычным окрасом. Она, видимо, львовая с тигровинками. Вот, очень статная такая, ладненькая. Глазки, смотрите, четенькие, остренькие. Вот. Ну, самое интересное, конечно, окрас. Львовость, переходящая в тигровость. Да, я даже не знаю, был у нас такой когда-нибудь. Редко очень. Нарядно смотрится. Вот, все, будем сейчас осматриваться. Так, друзья, девочку сделали. Она такая, ну, тоже с удивлением восприняла процедуры. Как дела у нее, Татьяна Александровна? Ну, тоже все хорошо. Ну да, быстро дала нам все сделать. Молодец. Она такая более уверенная в себе, чем та девочка, которая до нее была. Вот, она такая более хвостиком виляла. Вот. В общем, симпатяга. Все, я пошел за самой необычной девочкой. У меня эти все сплошным окрасом, а та будет пестренькая коровка. Пошел за своей любимкой. Ну, вот такое солнышко, моя любимочка, девочка, коровочка. Самая такая милая, самая такая... Такая тетя, скажи, что такое, где мы? Сейчас. Скажи, осмотрюсь. Хороша барышня. Такая морда. Забавная, да? Такая удивленная все время. Все, давайте я проверим, послушаем. Чипик проверим. Вот это тебя трещит. Так, друзья, ну вот мы закончили. Татьяна, как с последним? Последние девочки. Замечательные. Слушайте, действительно, хочу сказать, вот, что для Excel важен темперамент. И все 6 щенков просто замечательно. Никого не пришлось фиксировать, зажимать, прижимать. Вот, Татьяна, подтвердите. Отлично, да. Да, даже у нас маленькие иногда бывали какие-нибудь такие. Маленькие как раз такие. Обычные, турбо, да. Вообще. Здесь вообще все такие внимательно сидели, смотрели, слушали нас. Ни один не рыпнулся, даже близко не было. Все уравновешенные, все молодцы. А главное, что все со здоровыми сердцами. Все, тогда спасибо Татьяне Александровне за работу в ветеринарной клинике АВА.
замечательный сервис. Мы поехали тогда домой. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Пока. До свидания.